Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в новую часть Fears to Fathom, которая называется Woodbury Getaway. Судя по всему, это последний эпизод. Последний эпизод. Я очень надеюсь, что они одумаются, разработчики игры, и будут клепать эти эпизоды, эпизод за эпизодом, чтобы их было тысячи, потому что каждый из них, вы можете посмотреть, они все в описании будут, если пропустили, каждый из них был уникальным, супер стрёмным экспириенсом. А теперь давайте приступать к Woodbury Getaway. Новая игра. Я думаю, это будут шикарные, стрёмные полтора часа. У меня немножечко побаливает горло. Последнее время оно часто почему-то болит. Надеюсь, я не потеряю голос прямо у вас на глазах. Woodbury Getaway. Декабрь, 8 число. Мы сидим за компом. Нужен был кофе, чтобы закончить день. Это плохая идея. Заканчивать день с помощью кофе – очень плохая идея. Я допускал такие ошибки и в итоге не мог потом уснуть. Кофе с утра максимум. Самое нормальное. Итак, судя по всему, у нас речь идет о каких-то старых временах, 90-е. Хорошо, типа я встаю или что? Ой, нет батарейки. Я нажал Escape, нет батарейки. У меня телефон не работает, точно, тут же телефон. А где чашка кофе-то моя? Как мне встать? А что за пришелец? А, это просто игра. Играть в пришельца. Воу-воу-воу. Что, fine, lay? Что я должен сделать? Что я должен сделать? Они меня бьют! Они бьют, я не могу ничего сделать. Странно, Escape, плохая игра, мне не нравится. Может быть, нужно выключить компьютер? Как я уже сказала, мне реально нужна была чашка кофе. Да я... Господи, первый же квест, и я не знаю, что делать. Я запоролся, я застрял в игре. Пробел нажал. А, во, наконец-таки я встал. Красивый город за окном, почти что весь спит. Я хочу найти какого-нибудь маньяка или пришельца, который смотрит на меня. Пока таких нету. Нам нужно на кухню пойти. На кухне наверняка стоит кофеварочка. Там уже готовый кофе. Нагретый, теплый, горячий. Где? Вот она. Нужно было приготовить чашку кофе. Готово. Мои руки были заняты. Как мне кинуть? Как дроп? Опа. Значит, дроп это G. Окей, хорошо. Вот так поставить. Капсулу засунуть. Все? Можно? Нужна была вода, твою мать. Где вода? Где водиться? Мне нужна была пустая чашка, чтобы налить воды. Окей. Представляете, как человек такой рассказывает историю? Мне нужна была чашка, чтобы налить воды. О, я уже... Я прямо отсюда чувствую этот аромат. Я чувствую... Помню, как-то работал в стране игр. Давно это было. Это был 10 или 11 год. И там было так много кофе. Я так много кофе, наверное, в жизни никогда не пил. Они просто постоянно обновляли эти чайнички с кофе. И даже готовить не приходилось. Ты просто приходишь, наливаешь и уходишь. И запах постоянно доносился. Мне нужно было накрыть его крышкой. Вот. Готово. Все, можно пить. Чипсы. Мои руки были заняты. Ну-ка. Я кинуть-то я не могу. Ладно, пойдемте обратно работать. Нужно было сходить в туалет. Ну, кружку-то надо поставить, наверное, тогда. Я отпил. Это не туалет. Туалет в ту сторону. Почему я здесь один работаю? Что я единственный... такой ответственный сотрудник, который много работает. Все остальные просто берут и уходят домой. Я, наверное, из тех сотрудниц, которые... Я лучшие годы своей жизни отдам компании, и потом компания меня наградит когда-нибудь в конце моей жизни. Так, что я должен делать? Ну, прям, наверное... Вот сюда. Не могла это сделать, когда дверь была открыта. Да никого нет, вообще не парься. Хотя, признаться, я даже дома не могу с открытой дверью в туалете находиться. То есть я всегда закрываю, даже если дома никого нету. Так, мы делаем свои дела. Я слышу кого-то.
кто здесь? Я же в женский туалет зашел. Господи! Урод! Мразь! Тварь! Я не был готов к этому сейчас. Вот прямо сейчас я не был готов к такому. Простите, мэм, я не знал, что вы здесь. Все нормально. Как вы? Как вы? Как я? Мое состояние сейчас важно. Господи! Как же я был напуган только что. Все нормально. Я люблю убираться допоздна, потому что в это время здесь довольно тихо. Ты опять работаешь допоздна, да? Ну да. Я стою прямо вот возле туалета, как-то некомфортно. Вы, молодые люди, действительно работаете, не покладая рук. Позаботьтесь о себе. Вы тоже. За что ты так? За что ты так со мной, игра? С самого начала. Ладно, там не выход. Но нам нужно идти работать, судя по всему. Все, кофеек сейчас придал мне сил. Ой, как странно было. Видели, как фары на здание просветились, как будто бы бэтменский прожектор? О, звонок. Как мне нравится саундтрек в этих играх. Они прям идеально его подбирают. Давайте. Кто-то молчит. Сходи за Сидни Харпер. Кто это? Что? Кто это? Hey, Harp, it's Mike. Привет, Харп, это Майк. Привет, Майк. Я пытаюсь дозвониться до твоего мобильного уже часа два. Звонок постоянно переходит на голосовую почту. Все в порядке? Да, мой телефон в последнее время барахлит. Мой аккумулятор разряжается в самый неподходящий момент. О, черт! Я уже начал думать, что ты меня игнорируешь. Нет, я даже не смогла договориться с клиентом раньше. Шучу, шучу. В любом случае, что ты все еще делаешь на работе? Уже становится поздно. В последнее время работа была невыносимой. Просто больше сверхурочной работы. Черт, Карп, это звучит жестко. Хорошо, я... Хорошо, что я позвонил, чтобы подбодрить тебя. Это типа чувак во френд-зоне находится, я так понимаю. Насчет нашей поездки. У тебя была возможность забронировать... А, у тебя была возможность забронировать дом в аренду. Я просто очень хочу увидеть тебя и Нору. Я собиралась это сделать после работы. Не волнуйся, Харпер. Я хочу, чтобы ты переживала... Не хочу, чтобы ты переживала из-за этого. Если ты забронируешь нас на сегодня, я думаю, у нас все будет хорошо. Эй. Я тут подумал, раз уж мы оба живем в городе, может, я мог бы заехать за тобой и прокатиться вместе? Было бы здорово наверстать упущенное. Я молчу. Знаешь, сэкономить на бензине и вспомнить старые добрые деньки, совсем немного побыть Майком и Сидни, пока не приехала Нора. Звучит неплохо. Отлично. Думаю, в таком случае я позволю тебе вернуться к работе. О, погоди. И еще кое-что. Когда будешь заказывать аренду, пожалуйста, убедись, что это выйдет менее чем $100 за ночь. Мы с Норой поговорили, и оказалось, что у нее довольно ограниченный бюджет. Дела у нее идут не очень хорошо. Окей, конечно, я найду что-нибудь по доступной цене. Все будет как в старые добрые студенческие времена. Ты всегда умела находить лучшие места. Мне действительно стоит забронировать домик прямо сейчас. Да, конечно, извини за болтовню. Я просто взволнован, наверное. Ладно, поговорим позже, Харп. Окей. Давайте бронировать тогда. Это где-то делается. Это Excel, не то. Так, браузер. Давайте здесь, наверное. Стоп, а что тут? Ой, ошибка. Я не могу зайти, доступ ограничен, твари. Rent? Или что я должен вбить? Может быть, тут есть какие-то вкладки? Я не знаю. Чувствую себя, что мне не повезет. Ладно, пофигу. Телефон все еще не работает. Алло, не работает. Что мне делать? Может быть, все-таки браузер как-то правильно вписать?
Rent. А, погоди. Я написал Home, он мне Rent написал. Так. Rent. Все, я понял. Ты просто любые буквы вбиваешь, и он сам. То есть я Rent правильно написал. И он меня сбил, получается, с толку, потому что, что бы я ни вводил, все равно будет первые четыре буквы Rent. И я написал по-английски Rent. И подумал, что это просто потому, что я написал, и у меня есть свобода выбора. Итак, куда вы хотите отправиться? Ну, мы хотим в Вудбери, конечно же. Грабеж. А, ну вот, единственное, где, собственно, игра и будет происходить. Давайте бронируем сот кабачей. Выглядит неплохо, очень недурно. Все. Забронировать. Вы забронировали. Эй, я предполагаю, что вы получаете сотни, если не тысячи историй ежедневно. Так что вкратце расскажу вам о том, что случилось со мной. Извините, если что-то из этого покажется странным, но я была в спешке. Когда мне было чуть за 20, я работала в крупной консалтинговой фирме в своем городе. Жизнь в фирме была постоянной. Суетой, может быть, встречами с клиентами и попытками доказать свою состоятельность. Что не оставляло, говоря уже об общественной жизни. Работа, конечно, хорошо оплачиваемая, но в ущерб моему душевному спокойствию. Видимо, для каких-то личных дел, личной жизни, возможно. Я не могу прочитать, мне впадло это читать. О, музыка. Я Сидни Харпер, и эта история произошла в один из таких дней. Один из моих друзей по колледжу, Майк, предложил нам съездить на выходные в сельскую местность штата Вермонт. Что звучало как идеальный перерыв от работы. И моя подруга Нора тоже быстро согласилась. План был прост. Мы арендуем небольшой домик, заканчиваем смену пораньше в пятницу, уезжаем и возвращаемся в понедельник. Майк заехал за мной. Это кто? Это Майк? А, погодите, PSP? Нет, это не 90-е. Телефон. Как он играет, не глядя на меня? Заезжай в гараж, ты на месте? Сейчас давайте почитаем все сообщения, абсолютно все. Итак, это Рик Уилсон. Привет, Сидни. Спасибо за бронирование моей недвижимости в Вудбери на 10-12 декабря. Меня зовут Рик, я ваш хозяин. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы, и не стесняйтесь обращаться ко мне по любым вопросам в течение дня. С нетерпением жду возможности принять вас. Не написан год, к сожалению. То есть, но учитывая, что возможности бронирования такие, я думаю, это нулевые. Спасибо, Рик, мы с нетерпением ждем. Просто подтверждаю, что время заезда 15 часов, верно? Да, это так. Ключ будет в сейфе у входной двери. Код 5176. Позвоните мне, если у вас возникнут проблемы с открытием. Счастливого пути. Хорошо, спасибо. Теперь же сообщения. Так, йоу, Харп, как ты поживаешь? Майк, я просто настолько устала. Я как раз собираюсь ложиться спать. Что? Немного, просто держусь на плаву, подруга. Как работа в новой фирме? Примерно такая же, как и предыдущая, просто кодирую свою жизнь, но с оплатой повыше. В любом случае, я думал насчет нашего разговора сегодня. О, Майк, я действительно не знаю. Уехать — это весело, но придется так много работать, чтобы собрать вещи и уехать на выходные. Все, что я собираюсь сделать, это подумать о том, насколько работы мне нужно послушать, что ты говоришь. Мы говорим о приятном, расслабляющем, отдыхе на выходные, и все. Я на самом деле понимаю Харп, так как мне самому очень трудно в отпуске гонять. Я никогда не планирую его заранее. Я вот такой, типа, если вот сейчас меня кто-то заставит полететь, я такой, ну ладно, наверное, да, давайте, вроде бы ничего, никаких дел нету, но всегда ощущение, что я что-то не сделал. Тяжело, пипец, отключиться от работы бывает. У меня уже 100 лет не было настоящего отдыха, Майк. Я даже не уверена, что теперь помню, как расслабляться. Я работаю весь день, а когда прихожу домой, все, о чем я думаю, это о работе, которую я не закончила. Трудно просто. И именно поэтому тебе стоит прийти.
Подумай об этом с другой стороны, Сидни Харпер. Ты как батарейка, ты полна энергии и продуктивности. Но что происходит, когда ты используешь батарейку слишком долго? Она разряжается. Мы должны снова поставить тебя на зарядку, Харп. После выходных ты вернешься к работе с еще большей энергией. Кто знает, может быть, в будущем скажешь мне спасибо. К тому же Нора в восторге от этого. Без тебя все было бы совсем по-другому. Извини, я отключилась прошлой ночью. Проклятие. Ладно, хорошо. Я свяжусь с отделом кадров и дам тебе знать. Не торопись, Харп, но просто знай, что... Что бы ты ни решила, мы всегда с тобой. Эй, Харп, твой сотовый продолжает перенаправлять на голосовую почту. Все в порядке? Перезвони мне, я начинаю немного волноваться. Только забронировала. Ты когда-нибудь еще подходишь к телефону? Позвони мне, пожалуйста. У меня сейчас перерыв. Хорошо, я направляюсь туда. Заезжай в гараж. Ты уже внизу? Все, мы сейчас встретимся с Майком. Сначала я забыла свой чемодан в лифте. Ой. Я не знал, что он здесь есть. Вот сюда? Красный пикап. И еще один красный пикап. Они немного отличаются. Привет, Майк. Харп, обнять. Ты все еще так обнимаешь людей? Почему бы тебе не обнять меня так, словно ты скучала по мне? Давайте сильно обнимем, ладно, окей. Эй. Ты хорошо выглядишь. Как и ты, Майк. Спасибо, что подобрал меня. По-другому и быть не могло. Будет приятно, если в дороге у меня будет компания. Этот старый грузовик навевает столько воспоминаний. И не говори, этот плохой мальчик через многое прошел. Ты можешь просто забросить свои вещи на заднее сиденье, и мы отправимся в путь. Окей. А, мои вещи. Какое заднее? Какое заднее сиденье? Куда? Куда? А, забросить, точно. Плохо. Ну ладно, Харп, ты готова отправиться в путь? Давай сделаем. А где Нора? Она встретит нас там. Маршрут через весь город все равно был бы для нее обходным. Ладно тогда, Харп. Здесь перевод просто шикарный, как обычно. Кто за рулем? Он за рулем. Ладно. Нас ставят сразу в позицию пассивности, когда мы, как жертвы, ничего не можем сделать. 4.26. И, кстати, это первый раз за все игры First of Adam, когда мы не сами рулим. Пошел снег. Обычно мы всегда едем. Сами. Мы всегда сидим за баранкой. Неловкое молчание. Да. Харп, разве это не странно? Раньше мы мечтали сбежать из колледжа, и вот мы здесь. Пытаемся сбежать от жизни, которую хотели жить. Забавно, как это работает. Изменения просто тяжелые. К примеру, приспособление к новой работе. Кстати, как дела на твоей новой работе? Мы работаем над проектом, который использует машинное обучение для программирования рыночных тенденций. Это довольно современный материал. Современный материал. Похоже, что ты формируешь будущее. Я пока еще не Тони Старк. Ну да, я согласен. Знаешь, я никогда не понимал, чем вообще занимаются консультанты. Мы консультируем. Это звучит так... Звучит как... Важная работа. Почему бы и нет? Да, довольно-таки важная. Харп, ты когда-нибудь скучала по колледжу? Опа, Рик Уилсон пишет. Только по еде из кафетерия. Боже мой, я скучаю по этим тако. Так, сообщение. Уже почти 5 вечера, и я не получил от вас текстового подтверждения. Я просто хотел проверить и убедиться, что... Ой, это жутковато. Школьный автобус. Ты видел тот школьный автобус? Что видел? Там был... Там у старого дома стоял школьный автобус. Может быть, это проект? Проект? Знаешь, чья-то идея превратить его в крошечный домик на колесах или что-то типа в этом роде? Я считал, что это люди так и делают в интернете. Я понял, что он имеет в виду. Прикольно, кстати, пожить в школьном автобусе. Так, погодите, сообщение. Да ё... О! Олень! Евгений, это я, Олень из будущего. Пришел предупредить, что ты будешь играть в новый эпизод First of Adam. Да, спасибо, Олень, уже играю. И опять опоздал. Олень из будущего. Опять опоздал. О, это было близко. Он появился из ниоткуда. Как олень из будущего и появляется обычно. Знаешь, я прочитал в интернете, что по
по верам коренных американцев, увидеть оленя, пересекающего твой путь, это как получить послание от вселенной. В контексте оленя из будущего это очень забавная фраза. Ну да. Не, я тоже так считаю, наверное. Я... Чем старше становлюсь, тем больше суеверный, что ли. Нет, не то, что суеверный, а скорее... Ну, будем считать суеверным, ладно. То есть я верю в знаки. И не то, что, возможно, это магическое что-то, а скорее, что... мое подсознание где-то там глубоко, оно цепляет какие-то фрагменты реальности и такое... Обрати на это внимание. У нас тут, ну, короче, интуиция, предчувствие. Как далеко мы сейчас? Мы хотя бы близко? По сути, одна и та же фраза. Это должно быть примерно в полутора часах езды отсюда. Ну, ты знаешь. Когда едешь по снегу, кажется, что мы путешествуем по межгалактическому пространству. О, да, прикольное, прикольное сравнение. Что ты имеешь в виду? Посмотри, как снежинки кружатся вокруг фар. Они не то что кружатся, они вот так лучами летят на тебя. Как анимешные вот эти вот лучи, когда ветер изображают. Как будто звезды и галактики проносятся мимо нас. Да, клево, клево, интересное сравнение. Это так красиво. Он все пытается с нами как-то по-нормальному заговорить. Мне кажется, мы ему нравимся. Он влюблен в нас. И я что-то параноик небольшой. Мне кажется, что Норы там не будет. Я не знаю, кому доверять в этой игре. 5.14. Получается, через час где-то примерно. Йоу, Харп, зацени это. Что? Что? Пицца! Пицца Мо. Пицца Наггетс. Кто видел эту рекламу на нейросети, которая про пиццу? Знаешь, Харп, я тебе так скажу. Эти новые GPS-системы что-то с чем-то. Это пиццерия именно там, где она показывалась на моем GPS. А, это во времена, когда GPS только появился, это как жить в будущем. Я настолько голоден, что сам смог бы целиком съесть пиццу. Я тоже. Ну ладно тогда, Харп. Операция «Пицца Питстоп» в деле. Приготовиться к приземлению. Вылезти. Забавно, когда ты во взрослом человеке начинаешь снова видеть подростка. То есть мы уже все работаем и так далее, но все скучают по-своему по колледжу, по школе и так далее. Я не сказал бы, что я скучаю. Мне было прикольно в школе. Нету, мне не на что жаловаться. И детство мне нравится мое. В общем, все было прикольно. Но мне кажется, взрослая жизнь настолько несравненно лучше, что я бы не хотел вернуться туда обратно. Типа, там было клево, все, мне нормально. Лучше вечно жить вот в таком состоянии, в котором я сейчас. Это самый кайф. Заходи, Харп. Спасибо. Да, такой ты джентльмен. Господи, как мне нравятся эти игры. Они всегда вот этот вайб запечатляют, когда ты едешь куда-то. Вот если убрать даже хоррор-элемент, ты заезжаешь в какую-то забегаловку. Я когда по Америке ездил, вот этого так много ощутил. Но мне так хочется это снова ощутить. Просто поехать куда-то и заезжать хавать. Вечер добрый, господа. Похоже, сегодня мороз пробудил во всех жажду пиццы. Господа, вы уже знаете, чего хотите? Нам по 3 куска каждому. Лично мне пепперони, сырную и овощную. А, пепперони топ. Остальное все, я не знаю, мне пепперони только нравится. А вам, мисс? Сырный пепперони. Хорошо, что насчет 2-го куска? Пепперони. 3-й пепперони. Какие-нибудь напитки, ребята? Нам этого хватит. Просто пиццу сегодня, спасибо. Без напитков? Ну, странно. Хорошо тогда, 6 горячих кусков пиццы уже на подходе. А где же наггетсы? С вас 2,250 оплатить. Угу. Ваш номер заказа 27. Запомните, займите место, мы позовем вас, когда ваша пицца будет готова. Пойдем, Майк. Че, ты хочешь сюда сесть? В принципе, мест больше других-то и нет. Ладно, садимся. Ну что, поговорим? Ну он явно во френд-зоне у меня. Тут так хорошо пахнет. Да. Так, странных людей вокруг нету. Френд, Нора, Ким. А, это общий групповой чат, что ли? Давайте
О, голосовой даже есть. Погодите, надо посмотреть все. Я не получил от вас это. Дороги около Вудбери могут быть немного опасными, если вы не из этого района. Пожалуйста, дайте мне знать, когда вы приедете. Спасибо, Рик. Мы уже в пути и должны быть на месте около 6 часов. Снег немного задержал нас. Спасибо, что убедились. Окей, пожалуйста, подтвердите при регистрации. Путешествуйте спокойно. Окей. Хорошо, вот это наш групповой чат. ОМГ! Ребята, вы слышали о Тейлоре и Бакстере? Дай-ка угадаю. Она забеременела от Бакстера, и теперь они планируют устроить вечеринку в честь ребенка. Я сейчас вижу это объявление о рождении, в котором говорится, у этого ребенка большая сила. Майки, лол. Они связались узами? Не говори мне, что они поженились. Я не получила приглашения. Майк, ты самый большой ботан, которого я знаю, за исключением Бакстера. Он бы точно так же поступил. Это так мило. Да, вот у них в Фейсбуке пост. Ой, я так рада за них. Они заставляют меня снова поверить в любовь. Ведь так? Мне всегда казалось, что... не говори. Мне всегда казалось, что они такие милые вместе. Я помню, как Тейлор рассказывал мне, как они встретились на концерте в честь Битлов в старшей школе. Я только сейчас понимаю, что это вот дебильная неловкая ситуация, когда оба сидят за столом, и при этом один просто в телефоне что-то там читает, и тот не знает, о чем поговорить. И ему неловко. Я помню, как Тейлор рассказывал мне, как они встретились на концерте в честь Битлов в старшей школе. Это так воняет милотой. Вот это цели. Наши друзья по колледжу продолжают жить своей жизнью и женятся. А я тут надрываюсь и пересматриваю проекты для компании, которые мне даже не интересно. Бла-бла-бла. Серьезно, я тебя понимаю, сестра. Можно было бы поставить кровать в моем офисе, потому что такое... Мы практически зомби в этот момент. Точно. И я скучаю по городу. Моя общественная жизнь официально умерла. Сиракузы уже. Не знаю, что такое Сиракузы. Не могу поверить, что прошел уже год с тех пор, как мы виделись в последний раз. Да, я, кстати, вот тоже ловил себе на мысли, что, блин, я со знакомыми встречаюсь где-то примерно раз в год. Может быть, даже реже. И как будто это даже нет ощущения, что что-то давно не виделись. Ты потом, когда встречаешься, такой, блин, мы супер давно не виделись уже. И такой, как быстро года начинают лететь, какого хрена? Дамы, у меня есть предложение. Не такое, как у Бакстера для Тейлора, но все же предложение. Как насчет того, чтобы найти дом в аренду этой зимой? Где-то в Вермонте, может быть. Мы можем просто расслабиться и отдохнуть на выходных. Я на 100% серьезен. Это будет как в наши студенческие годы. Мы можем смотреть фильмы, есть вредную еду. Все, что мы хотим. Может, мы накуримся? Я уверен, что кто-то из моих старых знакомых мог бы помочь. Это на самом деле звучит как отличная идея. Наш собственный уютный маленький отдых на выходные. Отдых? Не знаю, Майк, похоже, у меня много работы. К тому же я сейчас завален делами. На этой неделе мой босс только что свалил на меня 2 новых клиентов. Подумай об этом, Харпи. Выходные вдали от стресса. Никакой работы, никаких... Это будет похоже на девичник, но с Майком. Ты говоришь так, будто это что-то... Я не знаю, ребята, я перезвоню вам после того, как... Хо-хо! Честно говоря, чем больше я думаю, тем больше мне... Вот это дух! Видимо, нравится. Харпи, вот это дух. Давайте сделаем так. Хорошо, я за. Но лучше бы это было связано с... Хорошо, отличная сделка. Как будто он не допечатывает. Или съехал куда-то. Возможно, текст съехал. Да, он, наверное, съехал вниз. И поэтому мы его не видим. Может, он на белом фоне. Блин. Хорошо, отличная сделка. Я привезу все необходимое для пиццы. Майки не возражал против того. Мы никогда не узнаем, что там написано, короче. О, я вижу, что связь всего одно деление. Нам хана. Харпи, ты не могла бы возглавить процесс бронирования дома? У тебя всегда был талант находить отличное место для проживания. Блин, вот как я и говорил, на самом деле, что современные технологии и будущее для хорроров как-то пагубно, мне кажется. Потому что из-за того, что есть мобильники, трудно сделать хоррор современный. Тебе всегда приходится придумывать оправдание, почему связи сейчас нет. И это как бы накладывает определенные рамки на сам жанр. Потому что у зрителей всегда вопрос, а что они просто не вызовут полицию, да? Ну или там такси оттуда. Короче, да. То есть получается лет через 20, наверное, когда интернет будет повсюду и повсеместно, и не будет мертвых зон, я не представляю, какие могут быть хорроры. Только связаны с технологией. Все время будет все связано со смартфонами. Вот так вот. Я привезу все необходимое для пиццы. Майки не возражал. Окей. Харпи, ты не могла бы возглавить процесс бронирования дома?
У тебя всегда был талант находить отличное предложение, отличные места для проживания. Мне бронировать дом, думаю, я смогу это сделать. Звучит интересно, ну-ка. Вот в чем дело, ребята. У меня проблемы с бюджетом. Я тут по сусекам скребу. К тому же мне нужно поменять резину на машине. Если бы мы смогли найти что-нибудь в районе $100 за ночь, то, думаю, у меня получится поехать. Ну, не знаю, в общем, дайте знать, если вам такое подходит. Надеюсь, скоро вас увидеть. Угу. Нора, это не проблема. Мы точно подберем что-то по разумной цене. Мы тебя поняли, дешево и уютно. Не говори дешево, Харпи, это звучит так дешево. Мы знаем, что в душе ты миллионерша, Нора. Самая привлекательная женщина из... Стоп! Нора, мы в дороге, дай нам знать, когда ты приедешь, окей? О, вы, ребята, меня возненавидите. Я клянусь, я выйду, как только смогу. Но в последнюю минуту работа привалила. Не буду вас утомлять деталями. Ну, короче говоря, моему клиенту нужна помощь. Их выплата — единственное, на чем мы держимся. Простите, что задерживаюсь, но я должна удовлетворить клиента. Я быстро закончу и сразу поеду. Я так и знал! Уф, мне так жаль, ребят. Нора, пожалуйста, будь осторожна. Жалко, что тебе пришлось выехать так поздно. Езжай спокойно и не беспокойся. Я скажу Харпи, что она осталась, чтобы она осталась, чтобы впустить тебя. Блин. Ну-ка. Ты слышала голосовое сообщение Норы в группе? Да, только что увидела. Похоже, она задержится. Облом. Похоже, нам придется начать веселиться без нее. Что мы можем поделать? Не притворяйся, что ты не знаешь, о чем я говорю. Красный пикап, это наш. Заказ номер 27. Вы, ребята, прямо тут. Давай, пойду встану. А, я думал, он будет просто сидеть. Я должен буду сам все делать. Ну-ка, а давайте пообщаемся с людьми. Так, ребят, здоров. Как проходит ваш день? Как пицца? Пицца великолепна, на самом деле. Я думаю, Мо испортила для нас ощущение от другой пиццы. Это наш первый раз в таких краях. Куда вы направляетесь? Мы в дороге на конференцию в следующем городе, вместе со своим приятелем. Мы просто останавливаемся перекусить в случае, если место выглядит привлекательно. Это место определенно имеет уютный вайб. Лучшее решение всего путешествия пока что. А что насчет вас? Здешний или просто мимоходом? Мы направляемся в рядовый домик в Вудбери. Давайте всем скажем, что мы будем делать. Вудбери, мы проехали знак, не так ли, Крис? Лучше я, пожалуй, вернусь к пицце. Хорошего вам пути, будьте осторожны во время снегопада. Наслаждайтесь вашей пиццей, хорошо. Сэр? Вы, сэр? Как ты поживаешь? Неплохо, а ты? А ты? Мне настолько хорошо, насколько может быть, дружище. Вы здесь собираетесь взять кусочек? Нет, просто ищу небольшую помощь. Может, я могу помочь? Может быть, ты и можешь, но может сначала тебе следует взять немного пиццы. Может, мы пересечемся позже? Хорошо. Сэр? Как вам пицца? Я как будто работаю здесь. Ну, моя дорогая, ты абсолютно не можешь ошибиться в выборе пепперони здесь. Ха-ха-ха, это мой чувак, он знает, что пепперони — это круто. Каждый кусочек напоминает историю тебе, что? Так что привело вас в Моу? Мы направляемся в домик в Вудбери. В Вудбери, говорите? Прекрасное место, приходилось тут разбивать лагерь довольно часто, когда я был помоложе. Есть в нахождении в дикой местности что-то такое. Ничего, кроме звезд над головой. Эти воспоминания просто остаются с вами навсегда. В любом случае, я несу всячину, юная леди. Вы сделали прекрасный выбор, остановившись тут у Мо. Останавливались вы тут часто? О, моя дорогая, я приезжаю в Мо с 85-х годов. Это место полно воспоминаний для меня. Что это такое там по телеку? Бургер с как будто летающей тарелкой. Интересный дизайн, кстати говоря. Давайте выключим, он меня бесит. Итак, ребята,
как проходит ваш день? Куда вы направляетесь? Кто вы? Я Сидни. Смотри, Сидни. Мы здесь просто, чтобы насладиться пиццей в тишине. Спасибо за понимание. Я надеюсь, вам нравится ваша еда. Я думал, прочитал наша еда. Без проблем. Все. Поговорить со всеми NPC в пиццерии. А, моя пицца. Хорошо, вы, ребята, готовы. Спасибо. Так, так, кушаем. Ох, черт, эта пицца хороша. Не могу поверить, что Нора пропускает эту бомбическую пиццу. Я знаю. А может быть, надо было взять Норе тоже немножечко. О, мям. Давайте будем есть все подряд. Мям-мям-мям. Откусим от каждого кусочка. Ой. Черт, я теперь тоже начинаю хотеть есть. Привет, дорогие друзья! Здравствуйте. Я видел, как вы подъезжали на этом стареньком красавце-грузовичке. Вы просто смотрите, кто приезжает, и фиксируете это. А смотрите, кто приезжает. Это верно. Не хочу быть занозой или типа того, но я сам направлялся вдоль дороги. Похоже, мы ехали в одном направлении. Вы не против, если я поеду с вами? А где ваша машина? Кому нужна машина, когда есть хорошие друзья, как вы? С кем можно провести время? Вы даже не узнаете, что я тут был. Тихий, как церковная мышь, и вдвойне вежливый. Ну что скажете, не поможете человеку в снежную дорогу? Давайте поможем. Я почему-то доверяю ему. Можешь ехать с нами. Погоди к секунду. Тебе не кажется, что нам нужно это обсудить? Конечно, запрыгивай. Нет, не это ли мы делаем? Конечно, запрыгивай. Я не уверен насчет этого. Есть у нас свободное место. Да, он прав, только 2 сиденья в грузовике. Извините, я не подумал об этом, когда мы согласились. Конечно, вы можете найти немного места для меня. Я могу ехать в середине. Черт, я пойду на кровати. Что? Это машина моего друга, извини. Мы с удовольствием прокатили вас, но у нас нет места. Так, неловко как получается. Это машина моего друга, извини. Да вы, должно быть, смеетесь надо мной, леди. Нет места. Я знаю, что здесь есть место посередине. Вы боитесь меня, что ли? Извините. Вы не так добры, не так ли? Нехорошие люди переживают нехорошие моменты. Вам стоит быть поосторожнее. Вы нам угрожаете? Нет, 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 нет. Вы меня неправильно поняли. Извините, я просто замерз и устал. Да, спасибо. Просто едим пиццу. Прости, Майк. Ты серьезно? Как ты можешь разрешить незнакомцу ехать с нами посреди... Непонятно, незнакомых мест. Я просто пытался. Он выглядел безобидным. Никогда не знаешь в эти дни. Все, что мы знаем, он мог быть очередным Тедом Банди, Харп. Да, 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 ты прав. Не зуди уже. Все. Я все знаю. Я большая девочка, я все знаю. Мне просто хотелось игру в жесть превратить побыстрее. Ё-моё, Харп, ты реально ешь корочку? Я так и знал, что мне это аукнется. Да, я ем, почему нет? Я вкусно. Достаточно расточительно не есть ее, не так ли? Я бы съела шину, если бы была достаточно... Ладно, наверное, но ты, наверное, не стала бы есть кожуру от апельсина, не так ли? Да это разные вещи. Корочка вкусная, я ее ем. Ты многого обо мне не знал, Майк. Не так-то теперь я привлекательна для тебя. Эта пицца была идеальным топливом для последнего этапа нашего путешествия. Закрываем. Че, не закрывается? Вот так. Шо? Кофе бы, я бы кофе бахнул. Опа. Езжай спокойно, так, не беспокойся. Да, это мы все прочитали. Окей, она едет. И что мы делаем теперь? Майк, ты с нами не общаешься больше? Там какой-то человек стоит в белом. Ну-ка. А, вот все, мы выбрасываем? Ага. Святые небеса, это было отлично. Ну хорошо тогда. Ты готова к дороге? Может, мы сможем одолеть худшее, что приготовили нас снега? Мы уже близко? Посмотрим. Если мой GPS прав, мы будем уже через час. Дай мне ключи. Карп,
Погода ужасная. Почему бы тебе не везти по дороге домой? Я буду везти, чтобы ты передохнул. Отдохни, пока я веду. Майкл, что это значит? Вот надо так общаться с людьми, чтобы, знаете, прям их на место сразу ставить. Дай мне ключи. Андрей. Всего человека зовут Андрей, а ты такой Андрей. Как на это реагировать? Где новый Stranded Deep? Женя. Я сразу чувствую, что я пипец как виноват перед человеком, который так говорит. Давай так и сделаем, так и скажем. Я боюсь представить, какой перерыв ты мне дашь, Харп. Тебе придется бояться, если ты не отдашь мне ключи. Дай мне ключи, чтобы мы могли ехать дальше. Хорошо, но с одним условием. Каким? Я первый выбираю спальню тогда. Ну, если мы доберемся. Как по рукам взять ключи. Ключи от пикапа. Есть. А когда чувак просто вот туда-сюда ходит, такой, да, не работает автомат, нифига. Так, что же делать? Что же такое странно он очень ведет себя. Почему-то... А, это просто эмбиент был, окей. Давай, пошли. Ну, погнали. Я сразу смотрю по сторонам, чтобы убедиться, что никто за нами не следит. Опа, это тот чувак. А, он просто на месте идет. Он тоже, ему трудно пройти через снег. Жутко, блин, здесь. И при том, что жутко, все равно в таких вот придорожных местах, ночью, когда ты едешь, ты в дороге, в незнакомом месте, есть что-то привлекательное. Даже при том, что это потенциально может быть опасно. Ну что, теперь мы наконец-таки будем рулить. 5:49. Еще 10 минут осталось. Опа! Погнали. Че, поговорим? Мы довольно... Ты помнишь адрес? Кажется... Там едет машина, извините, извините. Нельзя говорить. Нельзя говорить. Почему нельзя говорить и смотреть вперед? Простите, пожалуйста. Майк! Чуть не съехали за тебя. Как нам с тобой поговорить? Ты помнишь адрес? Мы должны быть уже близко. А, все. Кажется, адрес был 241 бульвар Вудбери. 241, 241 Вудбери. Сейчас будем смотреть. Только что мы с ним спорили, и в итоге я тут же выезжаю на встречку. Так, здесь скользко, может быть, аккуратней, чтобы нас не занесло. Стоп, в Вудбери. Вот сюда. Ну, естественно. Осторожней. Меня просто объезжают уже. Молва пошла в Вудбери о том, что едет сумасшедшая за рулем. Беседка. Даже. Где же тот самый дом? Здесь вообще не жилая зона. А, не, погоди, вот уже дома начинаются. Похоть. Иисус освобождает. Вудбери, мы здесь, наконец-таки. 241 дом. Я что-то подзабыл, как он выглядел. О, полицейские. Сначала я проехал мимо нашего домика. О, понятно. Я так понимаю... Так понимаю, вот этот домик? Так, как нам выйти? Какой? Ночь была очень холодная. Харп, ты уверена, что мы можем припарковаться здесь? Да нет, сейчас... Где домик-то наш? Вот этот? 241-й, да, это он. Не, припарковаться мы, конечно же, здесь не можем. Сейчас... Майк, ты вообще одет в свитерочек сраный.
А, он тоже сел. Допустим, я вот здесь припаркуюсь, вот так. Вот так. Вот так, нормально? Это должно быть оно. Я думал, ты просто продолжишь ехать туда. Все нормально. Мы съехали с дороги. Никаких проблем. Какое замечательное место. Я знал, что мы можем на тебя положиться. Здесь так приятно пахнет. Не торопись, Майк. Ой. Так, пока меня не будет, не могла бы ты убрать продукты в холодильник? Конечно. Он был уютным, хорошо обставленным. Да я еще не зашла. Дверь была заперта, пришлось достать ключ из сейфа. В смысле? Майк уже зашел внутрь! Майк уже зашел! У него есть ключ каким-то образом! Где твоя сумка, Харп? Да, я принесу ее сейчас. Где сейф? Так. А, забыл. Сейчас. 5176. 5176. Отлично. Как мне выходить? А, вот на пробел выйти. Окей. Заходим. Я не буду спрашивать, каким образом ты зашел в дом. Фух, прости за это, Харп. Ты в порядке? Длинная дорога и эта пицца действительно подействовали на меня. А, в туалет побежал? Не беспокойся. Что ж, все продукты убраны. Подожди, мне правда нужно в туалет. Я продукты не убирал еще. Ты можешь идти, а я начну распаковывать наши сумки, спасибо. Пойдемте в туалет. Клево. Клево, атмосфера есть. Я чувствую. Жуть. Кухня. Музыка. Майк был внутри. Он в туалете? Это ж туалет ведь? Где он был внутри? Он не был внутри? Или он был внутри? Я не понимаю, что происходит. Аномалия какая-то. О, нет. Нет. Ой, блин, жутко. Я не смогла открыть дверь. Как всегда, жуткий подвал. Надо валить отсюда побыстрее. Музыка, блин, обожаю. Ладно, может быть, продукты мы должны распаковать все-таки. Как распаковать-то? Пришлось сначала открыть охладитель. Пришлось. У меня не было выбора, мне пришлось. И как мне его открыть? Я не знаю, как его открыть. А, вот, направо кнопка оказывается. Ясно. Пришлось закрыть мини-холодильник, чтобы... Чего? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я не понимаю, что нужно сделать. Ладно, просто достаем, как можем. А, все, сложил? Сложил! А, складывается, наконец-то! Пришлось закрыть мини-холодильник, прежде чем доставать это. Короче, это все трудности перевода. Готово. Готово? Нет. Обратно. Нет. Все. Вот, закрывайся. Отлично. Сделано. Холодильник вот туда. Огромный мишка стрёмный. Майк! Он ушел? А, вон ты где уже. Поговорим? Или нет?
Один только запах сказал мне, что пицца действительно произвела впечатление на Майка. Ты будешь смотреть, стоять? Вот, пожалуйста, так лучше сделаем. Майк! Майк, ты издеваешься? А, он исчез. Ладно. Аномальный Майк, аномайк. Все, встаем? Как теперь встать? Я не могу встать. А, теперь могу. Странно. Как смыть? А кран открывается? О! Чувствуешь себя лучше после поездки? На, уже намного. Спасибо, я в порядке. Не хочешь отойти от меня? Осмотреть дом. Звучит хорошо, погнали. Посмотрим, что тут есть интересного. Я в шкуре Майка сейчас теперь. После тебя. Да уж после тебя, блин. Ой, неприятный. Он очень хочет быть в нашей личной интимной зоне. Окей, ну давайте осмотрим. Это подвал. Пойдем вниз, я тебе покажу подвал. Офигеешь. Че скажешь? Совершенно обычный подвал. Это место очень напоминает мне твое студенческое общежитие. Ты уверена? Я не чувствую здесь запах Long Beach Куша. Хорошо, дальше пошли. Кухня. Что скажешь про кухню? Вообще-то он уже обошел весь дом. С нетерпением жду возможности приготовить здесь что-нибудь. Когда ты научился готовить? Я полон сюрпризов. Э? Ну ладно, теперь гостиная. Очень клевая гостиная. Здесь реально было бы классно потусить. Ну давай, Майк, что скажешь? Что, блин, скажешь? Опа. Кабинетик небольшой. Что скажешь, Майк? Эта гостиная больше моей квартиры. Хорошо, а вот это что такое? Динозаврик здесь. И? Уиджа? Смотри, Майк! Смотри! Уиджи-борд. Еще есть какие-то другие настольные игры. Настолки. Супер. Давай во все будем играть. Катаполи. Типа монополия. Ну, это когда фоткаешь себя на телефон. На фронталку. Такая фотка у меня обычно получается. Все карты. Ой, все настольные игры. Блин. Вот так. Оп. Вот в это будем играть сегодня. Всю гребаную ночь. Майк, ты же в курсе, что я теперь не выйду отсюда? Фух, я вышел. Стой там. Естественно, тебя не удержит какая-то дверь сраная. Опа, смотрите. Майк, смотри на телек. Ты смотришь на меня. Мне неприятно видеть тебя периферическим зрением. Клевая анимация. Ва. Очень стильно. Ей, велик. Круто. Очень круто сделано. Там был какой-то микрокадр. Ладненько. Снежок пошел, все, забить на телек.
Что ж, следующий... Так, это в подвал, да, это мы здесь были. Вот, теперь только наверху посмотреть. Там мы еще ни разу не были. Давай, Майк, заходи. Кладовка. Я не хочу туда заходить, потому что он меня сейчас... Ну ладно, хотя, может быть, получится так же выйти. Получилось. Он не хочет ничего говорить. Ой, блин! Второй раз игра, серьезно? Второй раз ты со мной такой трюк про... Майк, ты знал? Он спустился сверху, он знал про это. А, привет, ты здесь, вы напугали. Упси, я не хотел. Добро пожаловать в мой милый дом. Какая милая парочка. Не-не-не, мы не пара, мы просто друзья. Глупенький я. Мы никого не ждали. Я искал кошку свою ранее и вспомнил, что телевизор сломался. Просто думал попробовать запустить его снова, так как последние жильцы оставили плохой отзыв о нем. Знаете, люди говорят, относись к гостям как к членам семьи. Моя семья никуда без телевизора. И насчет этого... Ну, раз вы здесь, давайте я покажу вам мой любимый дом. Прямо сейчас я был бы плохим хозяином, если бы не показал вам, где что находится. Майк. Хозяин был мужчина средних лет, очень нервный. С самого начала его присутствие вызывало у нас дискомфорт. Вот душ. Эта штука заставит вас чувствовать, будто вы моетесь под водопадом в джунглях Амазонки. Оу. Эта раковина не работает, к сожалению. Не волнуйтесь, я скоро починю ее для вас. Давайте теперь я покажу вам... спальню. Давай. О, это еще одна спальня. Харп, ты только посмотри на этот шикарный вид из окна. Вы думаете, это шикарный вид, мистер? Погодите, пока я вам не показал балкон. Пройдемте за мной, пожалуйста. Ну, такой себе вид. И вы идете, мисс? Идем, идем, идем. Мужик все это время был в квартире, в доме. То есть мы открывали, я из сейфа доставал ключ. О, вот здесь балкон. Господи, это идеально. Очень холодно. Рад, что вам понравилось. Это мне нравится фрейминг. Что он на заднем плане такой в тени стоит. Это одно из моих любимых мест. Вид на ручей прекрасный. Это также отличное место для рыбалки. Ладно, давайте возвращаться назад, до того, как я опять простужусь. Ручей? Какой ручей? О чем ты... Там ручей? Там нет... Я не вижу никакого ручья. Вы что, угораете? Ну-ка. Вот кладовая. Если вам что-нибудь понадобится здесь, инструменты, дополнительное одеяло, что угодно, все это здесь. Если электричество когда-нибудь отключится, вы можете воспользоваться этим фонариком справа от меня. Такие бури никогда не знаешь, в такие бури что может произойти. Нам может это не пригодиться. Ну, спасибо, скажем. Ладно, ребята, давайте спустимся вниз. Он не хочет ничего сказать про подвал и про ту закрытую дверь в подвале. Сейчас, погоди. Вы идете, мисс? Да, я понял, мне здесь нельзя ходить самому. Идем, 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 идем. Давай, иди, Майк. Он неприятно делает вот так. Ладно, вижу, вы уже заставили холодильник вкуснейшей едой. Видите ручку? Покрутите ее вверх для большего охлаждения и вниз для меньшего. Зимой я стараюсь держать его в нижнем положении, потому что счета выходят заоблачные. И говоря о зиме, мне лучше вам показать водонагреватель. Это, так понимаю, в подвал, да? Он сейчас нас поведет. Да. Да. Нет входа гостям. Здесь не о чем беспокоиться. Только водонагреватель и кое-какие старые вещи для хранения.
У него довольно большой резервуар, но если он когда-нибудь перестанет работать, просто нажмите кнопку снизу. Лампочка должна загореться, и он начнет работать снова. Ну-ка, давайте, он должен что-то сказать про эту дверь. Я не смогла открыть дверь. Эй, дверь! Эй, сэр, что там с той комнатой? Ничего, о чем вам двоим стоило бы беспокоиться. И я как бы использую этот подвал как склад. Арендаторам не нужно это пространство. Им действительно стоит держать его наверху. Ладно, мне просто было интересно. Окей, давайте двигаться дальше. Свет. Идите. А что? Я уже упоминал, что нет, возможно... Возможно, нет. Мне следует оставить это при себе. Парень, у которого я купил этот дом, сказал мне, что его мать умерла здесь. Некоторые гости сообщили, что слышали голоса по ночам. Они сказали, что слышали, как что-то шаркает здесь, внизу. Не хочу вас пугать, но если бы я был одним из вас, я бы сюда не заходил. Выражение ваших лиц. Да ладно, я просто шучу. В этот момент мой мурашкометр тихо показывал около 6 баллов из 10. Ладно, ребята, снег начинает накапливаться. Я сейчас отправляюсь в путь. Мне нужно найти этого чертового кота. Спасибо, что показали дом. Кстати, какое имя было указано при бронировании? Я, наверное, старею. Сидни. А, Сидни, точно. Красивое имя для красивой девушки. Майк, мне кажется, ли этот чувак действительно супер странный? Очень странный. Ладно, пойдем посмотрим, есть ли что-нибудь хорошее по телевизору. На самом деле, я быстренько приму душ. Круто, я найду что-нибудь посмотреть, пока ты там. Дай мне знать, если почувствуешь, что находишься под водопадом. Какой странный парень. Спасибо, скоро увидим. Увидимся. Телек? Мы только приехали сюда. Какой телек? Мы же хотим отдохнуть. Мне очень хотелось принять душ наверху. А, ладно. Ну, раз очень хотелось, я не могу перечить тебе, дорогая Сидни. Здесь телек, надо его выключить, да. Меня это напрягает сильно. Давайте все двери. Стоп, душ не... А, душ как раз и здесь. Вот эти двери все закроем. Уе. Ну, понеслась, тропический ливень. Класс. Громко. Окей. Мне не нужно было больше пользоваться полотенцем. Так, не хотелось туалетами. Окей, нам сюда. Ой. Музыка началась, как только я открыл дверь. Ну-ка. А, я могу сейчас выйти? Где балкон? После душа. Игра что-нибудь скажет? Типа, а, я замерзаю, я заболел. Нет, у нас еще есть вот тот вот сарай. Что ты? Эй, Харп, посмотри, я нашел эту удочку в сарае. Он уже был в сарае. Планируешь поймать для нас ужин? Теперь, когда ты упомянула, это было бы довольно эпичным дополнением к поездке. Давай сделаем это. Да, черт возьми, иди за мной, в сарае есть еще одна удочка, так что мы оба можем попробовать. Гоу. А где же пруд? Или ручей, или что? Оу. Сразу вспомнил The Long Dark. Хочешь взять другую удочку, Харп? Да, просто дай мне секунду. Давай я выберу, какую удочку мы хотим взять. Что это? Ага. Что-то с рыбалкой связано.
Ну, а те-то возьмем. Все, гоу. Ого, я увидел потрясающий рецепт запеченного карпа. Нам нужно поймать 3 карпа. Ты в деле? Да. Ну, во-первых, нам нужна правильная наживка для карпа. Посмотри на эту доску с информацией о наживках. Когда будешь готова, хватай наживку для карпа и отправляйся к ручью. Мы соберемся поймать карпа-харп. Карпа для харпы. Пожалуйста, не рифмуй мое имя. А, погодите. Чтобы поймать консервированные сардины, точнее, креветки, нам нужно вот это вот, из личинок наживка. А, ну вот, написано, все вот эти, это сырный восторг, крэнкбейт, замороженные креветки, это все виды наживки. А вот что можно поймать. Нам нужен карп. Карп, карп. Вот, а можно на сыр поймать карпа, а можно поймать на голден, на сладкую кукурузу. Ну, я не знаю, давайте на сыр, наверное. Cheese Delight. Да, давайте и сыр. Прикольно, рыбалочка. И мне нравится музыка. Создается ощущение, что мы просто на обычных каникулах. А вот и ручей. Класс. Канистра. Зачем он здесь? Костер разжечь, наверное. Ну что, давай, Майк. Надеюсь, карпы сегодня клюют. Ну, попробуем. Так. Эй, харп, не забудь, нам нужно 3 карпа по рецепту. Давай. Как? Нужно было прикрепить какую-нибудь приманку. Каким образом? Сейчас, может быть, вот так это делается? Вот. Прикрепили. Садимся. Надо не забывать, что правая кнопка еще есть. Блин, случайно встал. Вот так это делается? Она была слишком близко к земле. Что? Она была слишком близко к земле? А, вот. А, еще надо. Оп! Есть! Все, разобрался, как работает. Давай карп. Тянем. Ой. Стой. Карп. Оп, не смей. Куда ты собралась, рыбешечка? Оп. И есть, я поймал. Обычный карп. Ну, да. Сохранить мы же есть собираемся. Говорят, если есть один карп, то всегда есть больше. Нужно было прикрепить какую-нибудь приманку. Ой. Зря я выкинул эту штуку. Садимся. Хоп. И даем. Ну вот, Майк тоже что-то поймал. Я 1000 лет не был на рыбалке. Не знаю, последний раз, когда я был, мне было очень жалко рыбу, если честно. А, так, это не то, что нужно выбросить. Живи. И еще раз. Ну, короче, да, я просто старался рыбу отпустить обратно, и все. Ловим. Нет, не так просто управлять этой штукой. Оп. Все. Отлично. Остался еще один карп. У тебя получается. Я испытываю такое умиротворение сейчас, друзья. Вы бы знали. Ой. Так. Не дергайся. Есть, пожалуйста. Да нет. Еще раз. Ну? Карп. Смотрите. Ой, осторожнее. Давай, набирайте шкала. Давай. Есть, ну, пожалуйста. Не то, что нам нужно. Давай туда закинем. А можно ли скрещивать удочки? Оп. Сейчас запутается леска. Принеслась. О!
Вот, наконец-то. Все, поймал. Ладно, Харп, похоже, мы поймали трех карпов. Ты хочешь вернуться назад и закинуть их в духовку на ужин? Давай. Прикольно было. А теперь давайте кинем наживку просто рыбе. Пусть покушает. И удочку нахрен. А что еще в сарае есть? Я не посмотрел толком. Тут есть куча наживок и так далее. Вообще, да, надо все удочки выкинуть, я думаю. Дело в том, что я буквально воспринимаю фразу «закинуть удочку». А что такая музыка внезапно стала стрёмная? Почему? Что произошло? Что за страх? О, красивая картинка. Кадр очень клёвый. Yes. Жуть. Какая жуть. Ну ладно, заходим. Ну чё, Майк? Пока я чищу рыбу, тебе не составит труда приготовить маринад. Я не знаю, как его делать. Просто возьми киску, ой, миску, добавь туда имбирной пасты, растительное масло, черный молотый перец, соль, итальянские травы, паприку, йогурт. Ага, ну давайте. Где все это? Есть. Короче, мы должны просто искать повсюду. Придержи коней, рыба скоро будет подана. Ладно, еще рано. Окей, не то, не то, не то. Вот сюда? Есть, есть. Сюда, сюда, сюда. Осталось еще йогурт. Йогурт. Ты где? Что есть йогурт здесь? Тихо. Вот он йогурт. Майк, перестань так исчезать из виду внезапно. Положи рыбу в маринад в кастрюльку, пока я нарезаю овощи. Уже бегу. Сейчас. Может быть, так надо сделать? Нет? Ладно, вот так я кладу маринад. Где рыба, блин? Рыба где? Рыба раз, рыба два. Все? Зачем это трех поймали? Все, сделали. Теперь овощи. Теперь не могла бы ты добавить овощи, пожалуйста? Я считал, что нужно включить духовку на 30 минут при 400 градусах. Хорошо. На тебе. Ага, поставили. Так. Все. Эти карпы обещают быть вкусными. Но раз мы ждем, пока они приготовятся, как насчет поиграть в настольные игры? Я видел несколько в комнате после гостиной. Думаю, какую? Просто возьми тот, который бросается в глаза. Жду не дождусь увидеть, что ты, что ты выберешь. Я видел несколько в комнате рядом с гостиной. Окей, сейчас посмотрю. Они уже все в гостиной давно. А, да. Миска так и будет здесь валяться, судя по всему. Так. Что же выбрать? А где была доска Ouija? Нет, это не то. Out. Я вот это выбираю. О, доска Уиджи. Молли мне один раз сказала, как ей удалось поговорить со своей мертвой бабушкой через одну из этих штуковин. Я не могу терпеть ее потустороннюю чертовщину. Эй, помнишь, как Рик вел себя странно при упоминании подвала? Как тебе идея попробовать это там? Хорошая идея. Окей, тогда погнали. Погоди, я угадал? Остерегайся пауков снизу. Пауки прикольные, я люблю пауков. Почему туда? Почему в самый углубь надо идти? Ты хочешь возле этой двери в подвал, да?
А когда наша подруга... Знаешь, что сделает это более страшным? Что? Давай выключим свет и увидим, реально ли работает эта штуковина. Где наша подруга? Я забыл. Нора зовут, да. Опа, жуть. Все равно ты знаешь, как... ты знаешь, как эта штука работает, Харп? Нет. Вот как это работает. Во-первых, мы слегка ложим наши пальцы на маленькую дощечку. Мы должны задать духам вопрос, и духи, если они есть, будут двигать дощечку, чтобы ответить на вопрос. Но это то, что Молли мне рассказывала. И еще кое-что, Харп. Никогда не убирай пальцы с дощечки, пока духи не попрощаются. Иначе мы разозлим духов, она сказала. Понял. Да, да, дай мне уже посмотреть. Хорошо, тогда ты первая. Ой-ой-ой-ой-ой, прикольно. Здесь есть духи, которые хотят с нами поговорить. Эй, а чё он водит? Фа... Фа... И что? Что? А, погоди, стоп. Это я вожу? Это я вожу. Да. Не может быть. Это ты двигаешь дощечку? Вообще-то это он двигает дощечку. Это он двигает дощечку. А, ну может быть там есть моя рука, которая невидимая. Это был не я. У меня такое ощущение. Такое же ощущение. Продолжай. Как там в загробной жизни, приятель? Эй, прояви уважение. Так, опять я двигаю. И она меня... Вот, типа я такой... Сакс, типа, что? Почему он ведет? Он сам меня ведет. Что? Ты жил в этом доме? Да или нет, сейчас будет. Я вроде как пытаюсь управлять, и она как бы дает мне, но моя очередь. Или что? Давай, хорошо. Задавай вопрос. Ну же, приятель, дай нам знак. Дай нам знать, что ты здесь. А я пока не буду вообще двигать. Вот пусть само, пусть сам. Эф. Фи. Что? Черт! Что за черт, Майк? Обычно я не из тех, кто верит в привидения или духов. Он прикалывается? Я включу свет. Он прикалывается просто, да? Урод. Майк! Здесь происходит какая-то хрень снизу, Харп. Это было странно. Странно, честно, что ты меня бросил. Что за черт, Харп? Я думал, ты тоже пошевелишь своей задницей. Было бы неплохо, если бы ты... проверил. Ты когда-нибудь слышала о бей или беги? Сидни, прости, хорошо? Как скажешь. Все. Стоп. О, еще есть тайная дверь. Здесь можно будет спрятаться, если что. Да господи, куда ты несешь? Я думаю, скоро начнется шоу. Как насчет того, чтобы посмотреть телевизор, пока мы едим? Конечно. Все, он забыл про то, что увидел, про то, что его напугало. А если бы я выбрал другую игру? Например, может быть, Майк, вот в это поиграем, а? Может быть, Майк, вот в это поиграем? Ах ты, сыкло, Майк. Вот в это, может, поиграем, а? Тут есть детские игры, чтобы мы могли поиграть, а, Майк? А, гребаный Майк? Вот тебе. Может быть, в мега-раунд... надо на голову ему закинуть. Вот. В Дженгу на твоей голове поиграем? Вот. В Дженгу из настольных игр поиграем. Прямо на твоей голове. Вот так. Вот так. Садимся. А, они исчезли? Они все исчезли. Ну и чё? Телек-то кто включать будет?
Это очень неловко. А где моя тарелка? А, нужно взять ее, наверное. Нужно взять тарелку. Тарелка здесь. Как много еды в этой игре. Черт бы меня побрал. Я хочу это все. Врать не буду. Будет на вкус как говно. Но. Ну вот мы здесь. Слушаем мою передачку с рецептами. Начнем с майонезика. Нам нужно его немножечко проанестезировать, чтобы убедиться, что он не нападет на нас. Он очень зол становится, когда понимает, что мы собираемся его скушать. После этого все ингредиенты смешиваем и помещаем в духовочку. Но теперь, когда оно готовится, приступим к аперитивам. Рамен, пропитанный бензином. Это блюдо очень сложно приготовить. Только блюдо только для опытных поваров. Я закончила. Требует много внимания. Харп, это было одно из лучших блюд. Вдвойне лучше, так как мы поймали рыбу сами. Было очень вкусно было. Из нас выйдет неплохая команда, Харп. Да, только если ты не будешь убегать. В любом случае, мне нужно быстренько проверить мою электронную почту. Забыл свой ноутбук наверху. Я думал, мы отдохнем от работы. Это не по работе, я просто жду детали отправки моей новой DS. Сейчас вернусь. Хорошо, тогда я приберусь здесь. Извините, пожалуйста. Ну ладно, пойдемте убирать. Нужно было вымыть обе наши тарелки. Давай, обе вымем. Чё с подругой? Нора, я сейчас забываю ее имя. Где она? Она приедет сегодня? Или она внезапно появится, это будет скример? Вот так. Моем. Что за звук? Ладно, просто звук тарелок. Я думал, мы сейчас кого-то увидим. О! Майкл? Мне кажется, под моей кроватью кто-то есть. Прямо сейчас. Ты можешь подняться? Чё? Майк, ты угораешь? Он издевается просто. Просто пытается напугать. А где твоя комната? Не издавай звуков, иди медленно. А куда? А, вот сюда, наверное. Блин, сейчас напугает меня. Майк! Поймал! Что за черт, Майк? Тебе не повезло, что я не сломала тебе нос. Мой хороший вид является половиной моего очарования, Харап. Не подпорть его. Я точно тебя напугал. Это было весело, не так ли? Это не круто. Не круто. Да ладно тебе, это шутка была. Не хочешь следующий раунд? Следующий раунд? Что насчет пряток? Я тебе отвечу за это. Как ты скажешь? Как скажешь, Сидни Харпер? Хорошо, ты в деле. Я считаю до 10. Пойдемте прятаться. Закрываем дверь за собой. Я знаю, куда спрятаться надо. Я уже нашел классное место. А, ну надо так и говорить. Я решил спрятаться в подвале. Сейчас, конечно, я в ловушку иду к какому-то страшному демону, скорее всего. Вот. Ха-ха-ха-ха!
Ну давай же. Ага, попалась. Это даже не было испытанием. Я подумал, что ты будешь хорошо, хорошо в этом. Раз я не смог найти тебя в городе, может, тебе стоит искать получше? Ладно, теперь моя очередь прятаться. Лучше закрой глаза и начни считать. Я смотрю. Майк прятался. Окей. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я не хочу здесь находиться. Майк, все еще прятался? Да не надо. До 10 сказали, уже 20 секунд прошло. Мне здесь не нравится. Мне просто не нравится здесь. Урод. Как считать? Вот так считать? Как считать? Как закрыть глаза? Я не знаю. Урод. А, на пробел надо нажать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кто не спрятался, я не виновата. А. Фух. А, они не стали бы меня пугать. Это слишком ожидаемо здесь. Окей, а где он может быть, как думаете? Как думаете? В шкафу. Здесь. Э? Майк? И он опять меня напугает, гад. Холодильник? Да нет. 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 Как поставить обратно? Да хрен с ним. Сто пудов наверху. Под кроватью, может быть? Нет. Нет, в кладовке. Вот здесь. О-ха-ха, попался. Погоди, Харп, кажется, я что-то слышал наверху. Ты собираешься снова это попробовать? Без шуток, Сидни. Я серьезно что-то слышал там. Ты не слышала? Нет. Я клянусь своей жизнью, я что-то слышал. Я вижу эту дверь на чердак. Какую дверь на чердак? Где? Тут нету двери на чердак. Ты че, угораешь? Или... Или есть... Какая, блин, дверь на чердак? О чем ты? Кстати, мы можем порыться у него? Нет. Майк, что ты хочешь сказать? Ты собираешься проверить? Ты выше меня, почему бы тебе не залезть? Я думаю, мои плечи слишком широкие, чтобы пролезть сюда, Сидни. Но одному из нас точно стоит заглянуть. Куда ты прячешь эти широкие плечи, Майк? Серьезно, Сидни, я не думаю, что я пролезу. Используй подножку позади и заберись наверх. Куда? Да нету здесь... Куда? Ой, погодите, у нас тут есть целая куча сообщений. Вот это все от Майкла. Вот от Норы мы не читали еще. Харпи, прошло больше года с тех пор, как я видела твое глупое личико. Ха, это будет весело, правда? Это будет похоже на девичник, который мы планировали на втором курсе.
та, которая так и не состоялась, лол. Ты, я и Тейлор, ага. Это было так давно, почему мы не пошли? Бакстер, кажется, водил ее на концерт. Мы просто больше не... Ты знаешь, я не могу злиться на нее за то, что она не пригласила нас на свадьбу. Мы все просто вроде как потеряли связь друг с другом, но мы собираемся изменить это в эти выходные. Я так взволнована, но ты собираешься ехать одна? Да, я уже делала так раньше, не волнуйся, девочка. Я, вероятно, приеду немного позже, хотя один из моих клиентов хочет сделать обзор во второй половине. Ты, наверное, сможешь встретиться с Майком, как раз вы оба живете в этом городе. Да, я поговорю с ним об этом, мы можем сжечь его бензин. Спасибо. Не могу дождаться, чтобы крепко обнять тебя, я тоже. Окей. Окей. Стоп, тут есть новое что-то? Нет? Нет, мы не можем отправить сообщение ему. Ладно. Ну, давайте идем. Ой, неприятно. Офигеть, тут целый этаж еще. Какая жуткая картина. Что это? Что это? Кошка! Это тот самый кот! Как тебе включить свет, блин? Котик! Мяу! Мяу! Может быть, мужику нужно этому написать? А ты мой хороший! Ладно, пойдем с нами. Бедный, заперли его тут. Ты идешь? Или что? Ладно, наверное, нужно сказать Майку об этом, что это всего лишь кот. Сиди, ты в порядке? Что там было? Это был всего лишь кот. Похоже, ты единственная кошечка в этом доме. Что ты имеешь в виду? Это был всего лишь кот. О, какое облегчение. Я даже забеспокоился на минуту. Я думаю, кошка голодная. А, да, может, мы можем дать ей одного из карпов, когда я найду тебя снова. Окей. Ну, типа... Решил спрятаться в сарае для инструментов на заднем дворе. Окей, понял. Что-то некомфортно здесь как-то играть мне. Так, лестница. Под лестницей спрятаться, нет? Я не знаю. Что делать тут здесь? Просто так сидеть? Давайте посмотрим. Он не идет сюда. Он идет сюда. Он уже понял. Или нет? Да это первое место. Вряд ли я буду прятаться на улице, когда такая холодрыга. Первое место сразу, понятно, сарай. Он идет сюда. Почему такая музыка? Ага, вот ты где. Было бы стрёмно, если бы открыл кто-то другой. Черт, Харп, мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что ты вышла из дома. А, все, что ты делаешь, стоит делать хорошо. Моя очередь. Закрой глаза. И закрой эти прекрасные глазки. Я начинаю уставать. Смотри, я спрячусь в доме. Все равно мы направляемся внутрь. Ты найдешь меня, и мы пойдем спать. Окей. Классная тусовка. Прям вообще супер. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, один, десять. Ага. Ну что, пошли искать. Он обещал спрятаться в доме. Ему нужно было разочек еще сыграть обязательно в прятки. Так, и куда он мог пойти?
Не сюда. Неужели в подвал? Не. Нет. А это что такое? А, нифига. Нафиг этот подвал? Он наверху. Он в спальне. Она сейчас попытается подкатить. А чья спальня вот эта, а чья спальня та? Нет. Под кроватью. На балконе? Э? Хм. Ну тогда осталось вот здесь. Что? Что происходит? Что случилось? Ну, привет. Почему вы здесь снова? Я чиню смеситель. У тебя с этим проблемы? Вам стоило нам об этом сказать. Мисс, это мой дом. Мне не нужно вас мне нужно проверяться у вас каждый раз, когда я что-либо чиню. Я никогда раньше не видел, чтобы смеситель чинили молотком. Много ли вы сами починили смесители, молодой человек? Не думал так. Не думаю так. Поэтому мне показалось, вы не знаете, какие инструменты вам нужны. А не поздновато ли сейчас? Вообще никаких проблем для меня, мисс. Я живу неподалеку. Я же сказал, что вскоре починю эту раковину для вас. Вы не думаете, что можете починить ее завтра? Вы просите меня уйти, мисс? Нет, Рик, она просто вежливая. Мы арендовали этот дом и хотели бы побыть в нем одни. Мы не особо хотим звонить в правоохранительные органы. Ну ладно, давай, что он дальше скажет? Оп. Никаких копов в Вудбери, сынок. Вы думаете, они стали бы арестовывать домовладельца за починку смесителя? Я просто делал небольшую работу. Если вы не можете потерпеть, это уже ваши проблемы, не мои. А знаете что? Если вы, ребята, не хотите, чтобы я чинил смеситель, я оставлю его как есть. Не звоните мне, если он опять начнет течь. Не звоните мне, если он опять начнет течь. Не звони. Дай-ка я запру дверь. Да в жопу этот смеситель. Почему так темно? Что? Заперев дверь, мы обсудили, что делать. И пришли к выводу, что с Риком с самого начала было что-то не так. Казалось, ему нравилось придумывать отговорки, чтобы прийти без предупреждения. В конце концов, мы решили, что Рик странный, но, вероятно, безобидный. Мы объяснили его поведение крайней несовместимостью с неосведомленностью в обществе. «Послушайте, мы уже проделали весь этот путь, давайте просто повеселимся», — сказал Майк. Но к этому времени я уже чувствовал себя по-настоящему уставший. Я решил немного отдохнуть. А как же подруга 1139? Как ее зовут? Забыл. Ханна? Нора, блин. Новых сообщений нету? Что? Что такое? Что за помехи? Кто это? Блин! Харп, ты все еще не спишь? Тяжело спать, когда кто-то стучится в дверь. Ты не против, если я зайду? Мне хотелось бы кое о чем поговорить. Конечно. Что? Шторм начинает сильно ухудшаться. Я почти не вижу грузовик на дорожке. Я надеюсь, Нора в порядке. Да, погода сильно... Она будет в порядке, Сидни, не беспокойся. Я позабочусь о тебе. Это так мило. Что? Эй, это вообще не проблема. Парням следует наблюдать за теми, за кого они беспокоятся, верно? О чем ты говоришь? Какой денек, однако, а? Не совсем так, как я представлял нашу поездку, Сидни. Я знаю, да. Ты можешь в это поверить. Он просто бродит по дому, будто он им владеет. Да, я надеюсь, он просто
прекратит. Я думал, ты можешь быть напугана в одиночестве. Я слегка напугана. Почему бы тебе не сесть около меня, Сидни? Ну, давай. Харп, ты знаешь? Я скучал по этому. Мы просто разговариваем. Прошло так много времени. Ты знаешь, тебе не надо спать одной, если ты не хочешь. На Паранору надо сказать, напомнить ему. Что? Ты говоришь так, будто не помнишь нашу поездку в Орегон. Я помню очень хорошо. О, да? Расскажи. Я помню, она была неловкой. Оно хотя бы неплохо началось. Майк, мы много выпили. Кое-что произошло. Это верно. Я надеюсь, может, оно случится вновь? На помощь, пожалуйста! Что? Майк, я не знаю, что сказать. Просто позволь позаботиться о деталях, Сини. Майк, я не думаю, что сейчас хорошее время. Что? Guys, ребята? Я... Это 17 миль мне еще ехать. Моя шина только что лопнула. Я на дороге стою, на обочине, и снега валит много. Короче, там табличка есть, я где-то недалеко от Киллингтона. Трудно видеть. Думаю, написано. Какой-то там пруд, карповый пруд. О, боже мой, там у нее проблемы. А, у нее этот бревно застряло, что ли, как будто бы в колесе. Приезжайте, заберите меня на помощь. Да, yes. Какой момент? Но я думаю, мы не можем оставить Нора брошенной. Дай-ка оденусь и встречу тебя внизу. Нет, Синди, ты остаешься здесь и спишь. Нет смысла в том, чтобы отмораживать обе наши задницы. Ты уверен? Да, я уверен. Ты в пижаме, а я еще одет. Просто располагайся поудобнее, а я поеду помогу Норе. Это так мило, Майк. Мне всегда нравится делать тебе приятные вещи, Синди. Пожалуйста, будь осторожен. Блин, он меня оставляет здесь одну? С этим челом? Мы завершим этот разговор позже, окей? Хорошо, поспи пока. И оставайся в тепле. Если ты думаешь, что нам реально стоит. Я провожу. Эй, почему бы тебе не отдохнуть, пока я буду в отъезде? Ты уверен, что безопасно ехать в такую погоду? Не бойся, я водил. И в погоду похуже. Кроме того, Нора, скорее всего, сейчас в большой панике. Большей панике, чем ты. Наверное, ты прав. Ты звучишь... значит, смотри, убедись, что ты позаботишься о себе, хорошо? Запри все двери. Ты как мой отец. Может, можешь ли ты меня винить? Перед тем, как я уйду, что насчет обнимашек? Я имею в виду, в случае, если к моему возвращению ты уже будешь спать. Мне бы они сейчас пригодились. Ладно, давайте обнимем. Ой, Майки, Майки. Сладких снов, поспи немного, Сидни. Удачной поездки, Майк. Как закрыть-то дверь? Как здесь свет включить-то? Ну, не знаю, короче, нельзя, видать. Я очень хотел немного поспать, пока не пришли Майк и Нора. Пойдемте поспим. Я сказал себе, что все наладилось бы, если бы я могла просто немного отдохнуть. Нора всегда знала, как поднять мне настроение, и с каждой минутой мне это было нужно все больше. Так как она скоро приедет, решила отдохнуть. 12:39. Час прошел.
Это они, надеюсь. Кто-то был у входной двери. Свет не включается. Осознание того, что кто-то был снаружи, так поздно было ужасным. Это тот чел. Что мне? Это прям тот самый чел из пиццерии. Ну, давайте откроем. А, нет, мы себе поговорим. А, вы хоть представляете, сколько времени? Смотри, дружище, я знаю, это не очень хорошо долбиться в дверь посреди ночи, но я в плохом положении сейчас. Я рассчитывал на поездку от некоторых друзей, но они остались позади примерно в 2 часах. А вы не зайдете сюда, и точка. Да вы, сука, издеваетесь? Ты позволишь мне там замерзнуть насмерть? Я не заставлял вас идти пешком в снежный шторм. Мне стоило знать, что тут вы будете такой же сукой, как и в пиццерии. Что? Думаешь, я не видел тебя и твоего маленького паренька рыбачащими в заливе ранее? Я подумал, может, вы сейчас дадите мне шанс, но, похоже, все еще нет. Недобро. Убирайтесь, или я позвоню в полицию, пожалуйста. Просто уйдите, или я звоню в полицию. Тут нет полиции поблизости. Говоря об этом, я не вижу тут грузовика твоего приятеля. Я звоню в 911. Ладно. Как пожелаешь. Я звоню. Я не чувствовал себя в безопасности, открывая дверь. Да, я не буду открывать, блин. Так от кого же беду ждать? От Майка? От этого чела или от хозяина дома? Не позволь мне кое-что... Но позволь мне кое-что тебе рассказать. Ты получишь по заслугам за то, что оставила меня там. Карма еще та, сука, дружище. Но мужчина у двери казался незначительным по сравнению с тем, насколько я была уставшей. Что? Типа, мы должны пойти спать? А, да-да-да. Господи. Ладно, пойдем. Очень странные помехи, когда я сплю. Ой-ой-ой-ой. Что я должен сделать? Что было? В этот момент у меня не было выбора, кроме как позвать на помощь. А что это было? Позвать на помощь кого? Рик, извините, что снова беспокою вас, но не могли бы вы зайти еще раз? Там кто-то... Кто-то... Мы встретились, когда ехали туда. Он стучал в дверь и начал угрожать мне. Я очень напуган, и мне кажется, что я слышу, как он ходит по дому. Не могли бы вы приехать и посмотреть, раз уж живете так близко? А, он обиделся. Так, здесь новых сообщений нету. Да, никаких сообщений. Свет? Кто это? А, это он? Уже? А, откройте дверь, мисс, это я. Несмотря на то, каким странным был Рик, увидев его, я тогда испытал облегчение. А. Он слишком быстро пришел. Нет. Ну ладно, либо да. Какого черта тут творится? Рик, я так рада, что ты пришел. Ты кого-нибудь видел снаружи? Я думаю, что я что-то увидел. Мог быть кто угодно или вообще никого. Объясни ситуацию. Да, я приехал настолько быстро, насколько мог. Ты тут же приехал. Я бы больше не беспокоился о нем. Ну все, спасибо. Все еще не чувствовал себя... А, кстати, где твой друг? Тот, кто был с тобой ранее? А.
Он поехал подобрать нашу подругу. Он должен скоро вернуться. Он очень близко. Так получается, вы тут сейчас совсем одна? Да, но мои друзья скоро вернутся. Ты, может быть, не чувствовал безопасности, открывая дверь. Куда ты? Чё ты? Куда ты пошел? Он греется, пошел. Хорошо. Шторм по типу такого приносит в гости самых разных людей. Не все из них знают, когда нужно держаться подальше. Жуть какая-то. Но ты-то знаешь, что пора держаться подальше. Рик Уилсон. Приехать еще раз? Что вы имеете в виду? Я живу в Берлингтоне. Я не был в пункте проката уже несколько недель. Спасибо, что зашли, Рик. Что зашли? Ах, точнее, в безопасность открывая дверь. Что мне делать? Что мне делать? Туда я не могу уйти. На улице было очень холодно. Так, сюда я не могу уйти. Что я должен поговорить с ним? Все хорошо, мисс? Да. Поздновато для сообщений, не так ли? С кем вы разговариваете? Это мои друзья, они почти тут. Это так? Да, спасибо, что зашел. Со мной все будет в порядке. Ты можешь вернуться, если хочешь. Ты уверена насчет этого? Да, я просто переусердствовал. Может, мне стоит проверить все? Убедиться, что все в порядке? Вам нужно... Кто вы? Что ты сейчас сказала? Предъявить. Такая темень, пипец. Это мой гребаный дом. Я уйду, когда сам захочу. Выбирайтесь отсюда, пока не вызвало... Чего вы хотите? Я хочу что? То, что принадлежит мне. Этот дом. И тебя. Вы посягаете на чужую территорию. Вам нужно уйти сейчас же. Пока не вызвала полицию. Я так не думаю. Если кто-то покинет этот дом, это будет один из нас. То бишь я? Оу! Нет! Что делаешь? Ой, блин! Она все еще не чувствовала себя в безопасности, открывая эту дверь. Что происходит? Оу. Мне нужно было бежать в другую сторону, видимо. Окей. Пошло говно по трубам. Все хорошо, да? Вы не Рик, кто вы? Что ты сейчас сказала? Так, чего вы хотите? Я хочу, да, окей, вам нужно уйти сейчас же. Я так не думаю. Если кто-то покинет этот дом, это будет один из нас. Он пошел закрывать дверь, значит, я пошел, а вот сюда. Ага, ой, я не знаю, что мне делать. Ну какой он быстрый! Просто запинал меня молотком. Он побежит сюда, я побегу в подвал, наверное. Да. Кто вы? Так. Побежали. Мы сделали правильно? Рик? Его он знает.
Если я сейчас выбегу, он меня убьет сразу. Надо, чтобы он ушел. Что это был за звук, как будто он исчез. Блин. Черт. Неожиданно подстава просто была. Мне нужно было пройти мимо в этот момент. Окей, я понял. Вот, зашел. Быть закрыть его здесь. В смысле, нет, я про не план. Я тупо сделал глупость. Ты господи! Ты господи, беги, тварь! Закрой! А-а-а! Мужчина сломал ручку! А мы наверх! Я не знаю, что. Уродство! Закрывай. Куда ты? Куда? Куда мне, блин, я не понимаю, куда мне бежать? Где ты? Черт, бля, дери. Вообще, что не то сделал, неправильно сделал. Рика, пожалуйста, одумайся. Не, ты не хочешь, братья. Да. Может быть, за ним просто тупо взять, пойти? Слышь? Окей, ладно. Окей, го! Ну, закрой дверь, беги, моя деточка, беги, моя сладенькая, вот, молодец, умница. Оп. А? Вот так, ставим. Оп, я быстрый. Машина подъехала. Он был в комнате. Это создало бы слишком много шума. Мы спасены. Даже не знаю, кто это. Это, возможно, не мои друзья совсем. Какой-то матрас с Аной. Нора? Как мне ответить? Возьми трубку, мы почти там. Что мне делать? Что мне... делать. Как? Я не знаю, как брать трубку. Соня, мы почти там. Возьми трубку, Соня, блин. Че мне? Вниз надо идти? Что-то не крикнул. Прям там, внизу. С вами все в порядке? Только что закончил разговаривать по телефону с другими гостями. Я позвонила в 911. Это Рик? Мне ждать надо? Да ответь уже что-нибудь. А, мне нужно идти. Судя по всему. Он ушел.
Блин! Майк! Нора! А! Я рассказал ему обо всем, что произошло после ухода Майка. Рик позвонил в полицию. Но к тому времени, как они прибыли, буря уже утихла. И, конечно же, этого человека нигде не было видно. Всю ночь я прокручивал это в голове снова и снова. Мы думаем, что человек, которого мы видели, тайно жил в том домике, когда он не использовался. И планировал ограбить нас во время нашего пребывания. Но копы, похоже, решили... Он убивал меня несколько раз. Он убить хотел нас. Но копы, похоже, решили, что за действиями этого человека скрывался более серьезный умысел. Действия, выходящие за рамки простого ограбления. Рик спросил меня, как выглядел этот человек, и после этого больше не задавал вопросов. Мы думаем, что он знал больше, чем говорил. Но в конце концов он полностью вернул нам деньги. О, счастливый конец. Вы выжили. Ух, как всегда, напряженный, неожиданный, мурашки по коже вызывающий эпизод. Я и говорю, этой серии First of Adam нельзя останавливаться. Им нужно делать еще. Как Чилосард, просто клепать. Эти хорроры на ура залетают. Я вообще обожаю их. Спасибо, что играли в First of Adam. Этот эпизод мне по вайбу напомнил первый эпизод этой игры и третий, где тоже в доме все происходило. А все эпизоды, друзья, First of Adam вы можете посмотреть у меня на канале. Вот сюда заходите в описание. Все увидите, кайфанете, обещаю вам. Огромное всем спасибо, что смотрели. Не забывайте про то, что у меня есть Телеграм, чтобы не потеряться, если вдруг Ютубу будет хана, а ему, скорее всего, будет хана скоро. Вот, но пока у вас есть возможность, я благодарен вам, что вы смотрите видосы на Ютубе, это очень мне помогает. Вот, но если у вас нет такой возможности никак, то заходите в Телеграм, в ВК, буду туда дублировать контент. Заходите на мой Бусти, если допом хотите поддержать меня. Мне будет очень приятно. Всем спасибо, друзья. Прощаемся, наверное, с First of Adam. Может быть, еще выйдут новые эпизоды, новые сезоны. Кто знает. Но это было круто. Огромное всем спасибо. С вами был Юджин. И всем пять!